أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие уважаемые братья и сестры, мы приступаем с вами к изучению основ علم التوحيد, науки единобожия. Что нам с вами необходимо знать по поводу этой науки? Во-первых, необходимо знать определение этой науки, тему, которая изучает эта наука, основоположника этой науки и другое. Что такое «Альму Таухид»? Что такое наука единобожия? Каково определение этой науки? Наука единобожия – это выделение божества ибадатом, поклонением, вместе с убеждением единства его сущности, его атрибутов и его действий. Это выделение божества богослужением вместе с убежденностью его единства, сущности, его атрибутов и его действий. Тема, которую изучает эта наука, в основном это Всевышний Аллах. Все, что связано с Творцом. То, что необходимо, обязательно надо предавать Всевышнему Аллаху. Что недопустимо предавать Всевышнему Аллаху и что допустимо. И также эта наука изучает также моменты, которые необходимо предавать посланникам, моменты, которые недопустимо им приписывать, и моменты, которые допустимы предавать им. А каков же результат этой науки? У каждой науки должен быть свой результат. Полезная наука, не бесполезная наука. Пользой этой науки, дорогие братья и сестры, является познание Всевышнего Аллаха с помощью неопровержимых доказательств. И дальнейшим пользой этой науки является приобретение вечного счастья. Пусть Аллах наделит нас. Пусть Аллах исправит наши убеждения. А по поводу достоинства и превосходства этой науки сказано, что эта наука является самой достойной, самой превосходительной наукой, так как эта наука связана с изучением Всевышнего Аллаха, с изучением его посланников и всего другого, что прилагается к этому. Основоположником этой науки, дорогие братья, является Абуль-Хасан Аль-Аш'ари и его последователи, также имам Абу Мансур Аль-Матуриди и его последователи, его ученики. Отметим, что оба эти имама жили в 3 и 4 веках, и независимо друг от друга они систематически образом собрали эту науку. Науку «Альму Таухид» или же «Аль-Акида», или же его называют по-другому «Альму Аль-Калям» – способ суждения. Ведь для того, чтобы доказать ту или иную установку, необходимо было прибегать к суждению. И через это суждение приходить к какому-то окончательному мнению, давать какой-то окончательный вывод. Поэтому его назвали «Альму Аль-Калям» или же «Альму Таухид» – «Наука Единобожия». Отметим, что Абуль-Хасан Аль-Аш'ари и Абу Мансур Аль-Матуриди не придумали что-то новое, а всего лишь собрали воедино и систематизировали ту систему верования, в которую верили, начиная с пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с асхабов, с подвижников, таби'инов и таби'инов. И ничего нового не было придумано, а всего лишь систематизировано, очищено от других
недопустимых примесей, которые вводили враги ислама в вероучение мусульман. Откуда же взята эта наука, источники этой науки? Источниками этой науки, дорогие братья, является, во-первых, и «Аль-адиллату л-акли-яту ван-накли-яту», что означает аргументы логические и аргументы из Корана и хадисов. И само изучение этой науки, теперь перейти к этому вопросу, является ли изучение этой науки суннатом, обязательным, желательным или недопустимым? Должно быть решение. Все ученые единогласны в том мнении, что изучение «Ильму Тавхида» является «фардун айни», то есть индивидуальной обязанностью каждого мусульманина и мусульманки, мужчины и женщины. Пусть Аллах поможет нам изучать, исследовать этой науке, пусть Аллах укрепит нашу веру. Ведь вера наша состоит, дорогие братья и сестры, из убеждения, а убеждение должно быть правильным. Во что же мы должны верить? Мы должны верить в то, что у Всевышнего Аллаха есть 20 необходимых обязательных атрибутов, также есть 20 недопустимых атрибутов, также Всевышний Аллах имеет один допустимый атрибут. Первый необходимый обязательный атрибут для Всевышнего Аллаха – это «Аль-Вуджуд», что означает существование Всевышнего Аллаха. Само существование Всевышнего Аллаха не мотивируется какой-то причиной. Для его существования, для существования Аллаха не нужна какая-либо иная внешняя какая-то причина, как для нашего существования. Для нашего же с вами существования нужна другая причина. Наше существование зависит от причин. Теперь, как доказывать существование Всевышнего Аллаха? Если логически доказать существование Всевышнего Аллаха, то логически надо сказать, что коротко, что мир, который нас окружает, возникновение этого мира указывает на то, что у этого мира имеется Творец. Значит, для этого мира, для того, чтобы он возник, необходим Творец. А как доказать, что мир возник? Доказывается простой логической цепочкой. Мир, который нас окружает, состоит из тел и явлений. Эти явления, они меняются постоянно. То появляются, то исчезают, то слабеют, то усиливаются. Следовательно, мир, который состоит из явлений, тел, оно возникшее, оно сотворенное. А все, что возникло и сотворено, оно нуждается в Творце. Следовательно, из этого извлекается следующий вывод. Мир нуждается в Творце. Это логическое и простое доказательство для существования Творца. Второй эпитет. Второй сифат, необходимый для Всевышнего Аллаха после существования, это безначальность, аль-кидам, предвечность, то есть тот, который не имеет начала. Доказательством этому является следующее. Как доказать предвечность, безначальность Творца? Доказываем обратным и говорим, если допустим, что Творец не был бы предвечным, то он должен был быть возникшим, сотворенным. Если же он сотворенный, то сотворенное нуждается в Творце. И так далее без конца, по непрерывной цепочке, тот сотворенный нуждается в свою очередь в другом Творце и так далее. Бесконечно эта цепочка растянулась бы и дальше. Следовательно, Творец
у него не должно быть начала. Третий сифат аль-бака – бесконечный, тот, который не имеет конца. Доказываем тоже также обычным образом. Если у Всевышнего Аллаха не было бы, если у Всевышнего Аллаха был бы конец, то, следовательно, он не имел бы и безначальность. Если он имел бы конец, то он не имел бы и безначальность. Следующий сифат, необходимый для Всевышнего Аллаха, это аль-мухалафату лиль-хавадис, бесподобие, неподобен своим творениям. Если он был бы подобен своим творениям, то получилось бы он один из этих же творений. Если он один из этих же творений, он нуждался бы в Творце, что недопустимо. Пятый необходимый сифат, обязательный для Всевышнего Аллаха, это самостоятельность. Отсутствие нужды в чем-либо, в ком-либо. Если он нуждался бы в каком-то месте, в каком-то факторе, который его обособляет, выделяет, то тогда он, следовательно, был бы творением, что недопустимо для Всевышнего Аллаха. Шестой сифат, шестой атрибут – это единственность в своей сущности, в своих атрибутах и в своих действиях. Если у Всевышнего Аллаха был бы соучастник в этой божественности, то либо они согласились бы в сотворении этого мира, либо у них возникло бы разногласие. Если согласились бы, то двое не могут повлиять на одно и то же действие. Если один из них сотворил что-то, одну и ту же вещь, второй не может сотворить ту же вещь, ведь она уже сотворена. Либо, когда между ними возникает разногласие, одно божество, к примеру, хочет сотворить что-то, другое божество хочет сделать другое, противоречит первому божеству. Тот, кто сотворил что-то, он получается сильнее того, кто не сотворил, не смог. Следовательно, мы видим, что мир сотворен, и наличие другого божества, оно отпадает само автоматически. Седьмой сифат – это аль-кудра, всемогущество Аллаха. Восьмой сифат у нас аль-ирадату, воля Аллаха. Девятый сифат – аль-ильм, знание. Десятый сифат – аль-хаяту, жизнь. Всевышний Аллах должен быть живым. Теперь, как доказать всемогущество, волю, знание или аль-хая, жизнь? Тот, кто хочет что-то делать, он это делает сперва, в первую очередь, зная, что он делает. Он должен знать действие, которое он хочет сделать. Значит, у него должно быть знание. После этого, чтобы приступить к действию, он должен иметь волю. После воли у него должна быть мощь, могущество, чтобы приступить к этому действию. И невозможно все это по цепочку вот так совершить, сделать, не имея жизни. Следовательно, эти качества необходимы, и они присущи Всевышнему Аллаху. Но здесь же надо понимать, дорогие братья и сестры, что у Всевышнего Аллаха, как мы перечислили выше, не имеется такой расположенный порядок в сифатах, как мы это себе представляем относительно творений. У творений есть порядок в своих сифатах, в своих качествах, в своих действиях. Но у Всевышнего Аллаха один сифат, один атрибут не влияет на другой атрибут. Даже более того, мы должны понимать, что
Все эти сифаты, хотя мы их называем 20 сифатов, это не означает, что у Аллаха вот отдельных каких-то 20 сифатов. Все сифаты – это одно. Просто в нашем восприятии, в нашем тааккуле говорится, для того, чтобы мы понимали действительно всемогущество Аллаха, мы вот так для себя упорядочиваем в своих мыслях, в своем разуме. Вот такой порядок, чтобы воспринимать Всевышнего Аллаха правильно, понимать его правильно. Теперь 11 и 12 сифаты – это слышание и видение. 13 – речь, калям. Слышание, видение, калям, речь Всевышнего Аллаха, она не подобна речи, слышанию, видению ни одного из творений. Всевышний Аллах и говорит, и слышит, и видит без органов части, которые отвечают за это видение, слышание, слух. Он говорит без букв, без звуков и тому подобных прочих других явлений, которые присущи творениям. 14 сифат. То, что Аллах является всемогущим. Был сифат могущества, всемогущества. Есть сифат, который называется то, что Аллах является каунуху кадиран, 14. 15 сифат – это то, что Аллах является муридан, каунуху муридан, имеющим волю. 16 сифат – то, что каунуху та'аля алиман, Всевышний Аллах является знающим. 17 – каунуху та'аля хайан, Всевышний Аллах является живым. Была жизнь и живым. 18. Каунуху самиан. Аллах является слышащим. 19. Каунуху басиран. Аллах является видящим. И 20. Необходимый сифат для Всевышнего Аллаха. То, что Аллах является мутакаллима. Говорящим. Был сифат, атрибут Аллаха речь. Есть сифат Аллаха, то, что Он является говорящим. И 20 недопустимых противоположных вышеперечисленным сифатам Аллаха, уже 20 сифатов. Первый сифат, который недопустим, который противоречит существованию, это отсутствие. Оно недопустимо. Аллах должен существовать, и ни в коем случае недопустимо, чтобы Он не существовал. Второй это аль-худуф, возникновение Аллаха. Оно противоположно предвечности, безначальности. Оно недопустимо. Третий сифат альфана, исчезновение. То есть бесконечный. Для бесконечности противоположный сифат является исчезновение. Четвертый недопустимый сифат для Аллаха это аль-мумасалату, подобие своим творением. Пятый аль-ихтияч, нужда в чем или в ком-либо. Шестой множество. Множество в своей сущности, множество атрибутах, множество действиях. Аллах един во всем. Он един. Седьмой недопустимый сифат аль-аджзу, бессилие напротив всемогущества. Восьмой аль-карахату, нежелание, отсутствие воли, отсутствие воли. Девятый незнание напротив ильма. Невежество, незнание недопустимо. Десятый смерть напротив жизни. 11 недопустимый сифат ас-самам. Самам означает глухота. 12 недопустимый аль-ама, слепота. 13 аль-харс. Харс уже невозможность разговаривать. 14 то, что Всевышний Аллах может являться бессильным. Оно недопустимо. 15 недопустимый сифат атрибут, то, что Всевышний Аллах может являться карихан, не имеющим волю. 16 то, что Всевышний Аллах может являться незнающим. 17 Всевышний Аллах может умереть, оно недопустимо. 18 недопустимый сифат атрибут, это то, что Всевышний Аллах может являться глухим. 19 что Он может являться слепым. И 20-й, то, что он может являться немым.
Вот это 20 вышеперечисленных необходимых и 20 противоположных недопустимых сифатов по отношению к Аллаху. А теперь 21 допустимый сифат по отношению к Аллаху – это то, что в отношении Аллаха допустимо, что Он может сотворить и добро, и зло. Всевышний Аллах может сотворить и ислам в каком-то человеке, может сотворить и куфр в другом человеке, может сотворить знание в одном из них, невежество в другом. Вот эти 41 необходимых сифатов, которые мы должны придавать, 20 из которых мы должны придавать Всевышнему Аллаху, а 20 из которых ни в коем случае не должны приписывать Всевышнему Аллаху. Один из которых мы допускаем Всевышнему Аллаху. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.